Всем привет! Меня зовут Татьяна. Мне 39 лет. Я сетевик со стажем, но пока почему-то топчусь немножко на месте. Хотя есть уже хороший результат, я так считаю для себя. Вот. Хочу немножко рассказать о том, что я сегодня узнала. Сегодня, например, на вебинаре, на прямом эфире от Людмилы я узнала маленькие фишечки, но самую главную, в чем моя особенная была, особенная моя ошибка, это в том, что я не умею правильно говорить. У меня теряются мысли, рассеиваются куда-то. Вроде готовлюсь всегда в эфир, но тем не менее. Я узнала, что действительно нужно больше читать. Читать на свою тему, на свою экспертность, для того, чтобы профессионально, правильно и красиво говорить действительно по теме, чтобы не лезли в голову, скажем так, простые слова, которые не дадут суть по теме, а именно слова профессиональные по своему бизнесу, который я хочу продвигать, который хочу развивать. И мне нужно для своей целевой аудитории именно показать правильно, что я это умею делать, что я знаю, о чем говорю. Мне это очень даже помогло. Спасибо, Людмиле, большое за это. И у нас было такое задание придумать свой какой-то слоган, девиз. Честно говоря, пока не знаю, что придумать, но знаю всегда одно – никогда не отступать и не сдаваться.